Привет! Мы на даче, и мы пережидаем очередную волну, Московского коронавируса. когда чиновники запрещают сидеть в парке на лавочке, А потом неизвестно, что они еще придумают. и мы на даче повышаем свою историческую и политическую грамотность и читаем работу Владимира Ильича Ленина «Письма издалека». Передаем привет нашим приятелям, которые называют себя Казаками, опричниками, движение 40-40 и подобное. а также принимаем хейт по поводу сочетания работы товарища Ленина И православных икон.